Нет. Игорь. Нет, еще я думаю на матч с ними. Да, поздно уже. У них один пока не может зайти. Сейчас. Все, встали. Да-да, работает. Да. Ко всеобщему облегчению они выбрались из зоны вылета. Давай. Но теперь, чтобы побороться за место в высшей лиге, придется играть буквально на пределе возможностей. Ну что ты придумаешь вот так? Сопернику в ноги. Неудачно. Это может быть опасная атака. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Да. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. И в центр штрафной. Баштуш Пимпарел отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Через угол надо было. Отлично сыграно, надо решать. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Парень. Да, они могут выйти. Баштуш Пимпаре. Игра остановлена, будет угловой. А вот сейф нам еще раз показывает. Просто невероятно сыграл вратарь. Да. Играет здорово. Здесь сколько угодно можно подбирать эпитеты к игре вратаря, но он сыграл действительно превосходно. Джеров. Да. Баштуш Пимпаре. Может получиться интересная атака. Сам. Неплохой заброс вперед. Барри. Выбивает вратарь мяч после навеса. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Дисоза Фильо. Хорош. Баштуш Пимпаре. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Коста Сантос. Посмотрим за этой атакой. Можно сделать навес. Подача в штрафную там. Ух, какой удар. Правда, попадает в каркас ворот. Да, немного не повезло ему, а удар получился очень опасным. Красный.
Ставит корпус, не расстается с мячом. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Вратарь отбивает мяч просто и надежно. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Угу. Это может быть опасно. Навес в центр штрафной. И мяч в руках у голкипера. Дисоза Филью. Барри. Пока неплохо. Насри. Бля. Здорово сыграно. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. И надо. Тут нужно было отвести угрозу от ворот. И вратарь это и сделал. Просто отбил мяч подальше. Колма. Насри. Барри. Открыт счет в этом матче. И сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. И прицелился, и ударил мощно. Выбрал момент, нашел и забил. Да все. Да, у этого парня не только умная голова, но я бы еще сказал золотая. Ушел мяч. Аут. Дисоза Филип. Паштуш Пимпаре. Тут может что-то получиться. Поможет ли еще один угловой наконец ликвидировать разницу в счете? Прекрасное завершение и гол. Все очень четко сыграно. Мяч летит в центр штрафной. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Это может быть опасно. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Хороший момент был, но на этот раз голкипер на чеку. Да, думаю, пока не получается у этого игрока. Коста Сантос. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Нормально. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Хороший пас на ход. Очень здорово он открылся и получает эту передачу. Свисток арбитра угловой. В центр штрафной мяч направлен. Удар! Опасно! Ох. Мяч ушел от игрока обороняющейся команды, значит, угловой. Я иду. А, давай. Да не, вон, это. Хозяева выигрывают, а игроки и болельщики гостей все чаще обращают внимание арбитра на затяжки времени. Но это абсолютно ожидаемо и логично. Хозяевам спешить некуда. Им нужно сохранить преимущество до конца матча. Переключить игрока.
точно сопернику в ноги. Неудачно. Джерард. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Глик. Тут я решил добавить 3 минуты. Неплохой заброс вперед. Надо было Эдик. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошая передача! Иди, Яр, туда. Держит пока дальше. Отлично сыграно, надо решать. Защита надежно играет, мяч отобран. Нормально. Конечно, надо. Так, фоткать. Замыли. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Джерард. Иванович. Да, я крою, крою, крою. Итак, у нас... Навес есть, но вот там в штрафной никого нет из своих. Барри. Может получиться интересная атака. Ни к чему не привел навес, мяч у защиты в итоге. Да-да. Насри. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Да, я не увидел от тебя, извини. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Мяч перехвачен, плохо сыграно. Угу. Посмотрим за этой атакой. Тащит вперед мяч. Тихо, аккуратно. Сравняли счет. Отличный момент. И смогли сравнять счет. Молодцы. И снова расчет. Там сразу вынос надо. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а? После ответного мяча у нас 1-1. Пока неплохо. Ну и выносить мяч надо. Коста Сантос. Иванович. Коста Сантос. Это может быть опасно. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Баштуш Пимпарел спасает гол. Забивать можно. Офсайд. В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе. Хорошая игра головой. Мяч остается у них. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Может быть интересно. Вот это спасение! Мяч уходит. Я думал, раньше бить будет просто.
центр штрафной. Маштуш Пимпарел. Это гол. И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. Видно, жандартами этот овер разыграли. Счет 2-1. Такие передачи придают атакам остроты. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Ну куда ты? Барри. Мяч. Он был ниже, мы с Яром открыты вдвоем. Ну послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Судья показывает на угол поля. Смотри, ближних кроет. И прямо в центр. Сложный мяч. Лучше не рисковать. И удар должен последовать. Лотарь 111 синий. Ну а чё там бегаете вот? Выбили у него мяч. Кому он достанется? Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Паштуш Пимпаре. Барри. Навес в центр. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Угу. Да, да, я надо. Нет, не дошел этот пас до адреса. Иванович. Может получиться интересная атака. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они шире же знают, смотрю, как важно именно сейчас команде забить гол. Вратарь ведет мяч в игру, покажет нам свой могучий удар. Пять человек смотрят на них.